2021 году в Одинцовском городском округе появится 2 платных путепровода. Подготовку к строительству дорог в Кубинке, село Акулово и в деревне Савинская Слобода планируют начать в четвертом квартале 2019 года. Генеральный директор управляющей компании «Платная дорога» Вадим Коваленко отметил, что все проекты компания реализует за счет собственных вложений, без привлечения муниципального бюджета. Общая сумма частных инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.